Так, смотри, зимний есть режим, и у нас такой вот автомобиль, на котором мы еще ни разу не ездили, получается, да. Вот сейчас мы заработаем звездочки. Ух ты, смотри, сразу у нас практически отломалось передний бампер. Все, отвалился нафиг. Теперь без бампера едем. Так, ну нам главное сундучок взять. 300 метров до него доехать. А, у нас 80 тысяч монеток. А как? А как так я их насобирал, 80 тысяч? Слушай, да я сундуки открывала, что-то не заметил, что у нас только много денег. Офигенно. Так, куда, интересно, деньги будем тратить? На прокачку автомобильчика или новый какой-нибудь купим? У меня там, кажется, один автомобиль не купленный. Вот, есть вариант его купить, чтобы уже точно у меня все было куплено, ребятушки. Да, так мы и сделаем, наверное, купим автомобильчик. Конечно, может быть, что-нибудь прокачать, какой-нибудь синенький, например. Так, давайте сделаем второй уровень сундука. Второго уровня. Так, для этого мы сейчас здесь... Ой-ой-ой, что, не хватает мощности, что ли? Алло, гоночный автомобиль, ты чего? Так, здесь я на тракторе проехал. Только до отсюда. Текс, текс, аккуратно, главное не разбиться. Так, до второго 100 метров всего лишь осталось. О, бензин закончился. Все, бензинчик взяли, едем дальше. Так, подъем, подъем будет, очень крутой подъем. Давай, еще немножко, еще, давай, давай, дружище. Все, поднялись. Ну вот уже сундучок второго уровня. Хорош, хорош. Хорошо. Так, опять бензин у нас заканчивается. Ну, доехали мы далеко, относительно. Так, башкой главное не стукнуться. Так, крутой спуск. Давай, давай, давай. Ой, зачем я притормаживал, ребята? У него сил не хватает, энергии не хватает, чтобы заехать. О чем тут можно говорить? Еще и бензин закончился. Ну все. Не думаю, что я доеду до бензина. Да. Разбились. Ну что, поехали в городе? На таком вот мотоцикле. Да, мотоцикл классный. Посмотрим, сколько мы вообще сможем на нем проехать. Так, проезжали 1200 метров. Раньше. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, нифига его колбасит как. Так, давайте проедем. Рекорд побьем свой. Должны побить рекордик. Опля, заехали. 900 метров это немного. Так, это мы все это канитель перепрыгиваем. Да, у меня еще и магнитики здесь стоит. Офигеть просто. Да, прокачали мы его. Мотоцикл этот. Верим, я чувствую, что... уверенно так едем со скоростью. Здесь главное головой не стукнуться было. Так, город, ну вот город. Сложная трасса здесь. Угу. И она потом будет усложняться. Всякие различные усложнители. Оп-о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 п. Так, я не понял, баги тут откуда взялась? Это мы баги уделываем, что ли? Или это я так стартанул хорошо в начале, что я быстрее всех проехал? А сейчас? Нет. Сейчас медленно как-то едем. Да ё-моё! А чё мы так одинаково-то упали? Быть такого не может. Делаем повтор. Так, прокачаем мотор. Прокачаем сцепление. Ну все, денег больше нету. Поехали. Едем. На мотоцикле нашем. Сейчас должны проехать.
Потому что мотоцикл я хорошо прокачал. Да, вначале мы прям очень быстро. Быстрее всех едем. А потом что-то притормаживаем, видимо. Опа, нифига себе. Шлем у нас улетел. Без шлема. Как же нам без шлема-то ехать на мотоцикле? Интересно. Опасно будет башкой стукнуться. Хотя, в принципе, этот шлем не спасает. Это просто атрибут такой. Шляпочка. Шляпка. Вот так. Аккуратно, аккуратно. Здесь можно стукнуться головой. Как красиво стукнулись, ребята. Повтор, естественно, повтор. Что ж, я просто так столько денег выкидывал на этот мотоцикл. Так, а интересно, что там багги едет медленно? А, вот он, багги. Ладно, давайте сделаем так, чтобы он меня обогнал. Ого, 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 опасно. Ух, офигеть. Так, да, это я помню, здесь прыгал на багги. Вот, ускоримся. Оп, нифига, чуть не вылетел с мотоцикла своего. Так, прыжок. Ну вот. Проехали уже. Чего-то тут. 600 метров всего лишь. Так, 700 метров осталось нам доехать. А, ну здесь я был. Здесь я головой стукался. Или не здесь, не помню. Нет, в последнее время здесь я стукнулся башкой. А, вот здесь. А, нет, это не здесь еще пока. Здесь мы проезжаем спокойненько. Угу. Так, через эти тоже мы проезжали. Нормально. Опа, эти у нас неустойчивые такие конструкции. Ого, это было опасно только что. Так, вот здесь надо, да, нам перепрыгнуть? Блин, да что ты будешь делать? Надо как-то просто... Я не знаю, здесь надо по-другому как-то ехать. Здесь надо как-то по-другому делать, а как? Вот это вот мне интересно. Что же я здесь... Ошибаюсь как-то. Ну все, теперь будем быстро ехать, сейчас проедем там это место. Оп-оп-оп, проехали, нормально. Так, ускоряемся. Опа. Фига, на одном колесе едем просто. Просто-напросто. Так, здесь тоже нужно быстро все это проехать. Ого. Какие прыжки мощные. Так, опять-таки это место. Так, тут можно головой стукнуться. Аккуратненько. Есть. Проехали. Такс. Это просто мост у нас. Так, а вот эти у нас... А, это просто конструкция простая. И конструкция, которая может упасть. Так, после этой конструкции, которая может упасть, у нас, ребята, опять идет обычный мост. И после обычного моста, наверное, да, вот это вот сложное место. Есть! Проехали мы, наконец-то, новый рекорд. Во! Перепрыгиваем это место. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да в смысле? Да в смысле? Как так-то?